Всем здравствуйте! Этот тяжелый год забрал многих знаменитых людей, только в ноябре покинули этот мир телеведущий Александр Колтовой, писатель-сатирик Михаил Жванецкий, режиссер Роман Виктюк, актеры Армен Джигарханян и Юрий Черкасов. Виктор Сухоруков побывал на панихиде по последнему в театре имени Моссовета. И многое для себя решил. 69-летний Виктор Иванович попрощался уже с многими коллегами по театру и экрану. Но говорит, что когда его самого не станет, пафосных прощаний и громких речей в театре не хотел бы. «Я не знаю, кто и когда придумал делать это на сцене», — вздыхает знаменитый актер. «Но я лично категорически против этого. Ведь что сцена — это игра, развлечение, иллюзия, праздник, а не прощание. Поэтому если церемония будет в коридоре или фойе, это будет намного торжественнее и честнее. На сцене данное действие превращается в некую декорацию, уверен Сухоруков. И актеры плохо играют реальность, потому что приходят проститься и не артисты. Кстати, для артистов цирка сцены является арена. Представьте себе это на арене. Ну бред же. Сухоруков уверяет, что ему все равно, где и как будут с ним прощаться. И в шутку просит только об одном. Не потеряйте меня по пути в Орехово-Зуево. Именно там, на своей любимой малой родине, он и хотел бы покоиться, когда земной путь подойдет к концу. «Там мои родители, брат, крестные, поэтому и сам хочу быть рядом с ними», — пояснил актер. «С городским руководством договорился, обещали мне участок земли выделить». Стоит напомнить, что Виктор Сухоруков — почетный гражданин Орехово-Зуево под номером 13. Почетное звание было присвоено ему по случаю 55-летия на основании решения Совета депутатов в 2006 году. Артист родился здесь 10 ноября 1951 года, тут же окончил среднюю школу номер 4, а сегодня с радостью приезжает сюда на дачу. В сентябре 2016 на центральной улице Ленина открылся бронзовый памятник артисту. Сегодня его земляки ждут 23 ноября, когда на канале «Россия» состоится премьера исторического сериала «Грозный». Виктор Сухоруков замечательно там воплотил опричного воеводу Малюту Скуратова. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока!